Казалось бы, просто ярко одетая девушка, но все совсем не так. Все это не просто модный лук. Образ позитива, образ солнца, образ кочевного народа. Гульзада не единственная незаурядная леди на этом мероприятии. Якутская певица Юлиана не только поет, она еще и в свободное время с животными общается. С некоторыми из них ей удается найти общий язык наиболее легко. С лошадьми вместе возле стада лошадей. Ну, они очень сильно реагируют, прямо слушают и танцуют вместе стоя. Ну, это неописуемое ощущение. Современной этнической музыки. Совсем другой мир. Впрочем, на этом мероприятии участники, что называется, не такие, как все. Преклоняемся небу, огню, перевалам, рекам, то есть природа. И все, что я пою, это все связано с природой. Курганы, мифы, легенды, таинственность – вот такая тема. Истинные ценители были вдохновлены. Простые обыватели наверняка ничего не поняли, но все же стали частью фестиваля этнической музыки, а значит, обогатились духовно. Цель достигнута. Искусство в массы. Дмитрий Шок, Никита Хасанов, Новости Ревью.